Всем привет! Радиостанции таких известных на весь мир производителей, как Motorola, Yaesu, Icom, Kenwood, Alinka, можно встретить практически в любой точке мира, в любой стране. А теперь еще и всякая китайская везде попадается. Но во многих странах есть местные производители радиостанций, продукция которых встречается только в этой стране. Как, например, в Советском Союзе было много местных радиостанций советского производства, так и в Германии используются радиостанции много местного производства. И вот в этом видео я хочу вам рассказать о радиостанции германского производства фирмы Bosch, которая использовалась такими службами, как полиция, пожарные, в Германии еще во времена ФРГ. Радиостанция Bosch HFG-161 – это профессиональная, то есть не радиолюбительская, носимая УКВ-радиостанция. Производилась она, начиная с 1972 года, но продолжала выпускаться и в 80-е годы. Работает в диапазоне VHF, но также были модификации на диапазон UHF и на диапазон Mid-Band. Это 66 по 88 МГц. Радиостанция – это с кварцевой стабилизацией частоты, у нее 10 каналов. Может быть установлено от 1 до 10 кварцев, соответственно, количество каналов определяется этими кварцами. Собрана она по трансиверной схеме, поэтому на один канал нужен только один кварц. Не кварц для приемника и кварц для передатчика, а только один общий кварц. Элементная база, конечно же, полупроводниковая. Это дискретные элементы, но есть и микросхемы невысокой степени интеграции. Для радиостанции этой существует вот такой вот кожаный чехол, или, можно сказать, очень прочная кобура. Можно радиостанцию использовать и в этой кобуре, повесив ее, например, через плечо. Или можно ее из этой кобуры извлечь и использовать отдельно. Могла подключаться к этой радиостанции тангента. На верхней стенке корпуса есть многоконтактный разъем с заглушкой. Заглушка, помимо функции герметизации, обеспечивает еще функцию подключения внутреннего динамика. То есть в заглушке есть перемычки. Если мы ее выключаем, то отключается у нас громкоговоритель. Корпус радиостанции вот такой вот крупный. Это модификация на диапазон VHF. В верхнюю часть этого диапазона на 169 МГц антенна при этом имеет такие небольшие размеры и очень гибкая, сохранившаяся до нашего времени без каких-то повреждений. Хотя радиостанция была произведена в 1983 году. Кнопка передачи и другие кнопки расположены не как мы сейчас привыкли с левой стороны, а расположены они с правой стороны. Очень крупная, удобная кнопка передачи. Получается, что она у нас специально предназначена для того, чтобы нажимать ее большим пальцем правой руки. На верхней стенке корпуса есть регулятор громкости, совмещенный с выключателем питания. Но это не привычный нам резистор, регулятор плавный, а это переключатель на 4 фиксированных положения. В одном крайнем положении у нас радиостанция выключена, и дальше, соответственно, в следующем положении радиостанция включена на максимальной громкости, в следующем положении на средней громкости, и дальше в минимальной громкости радиостанции работает. Переключатель этот переключается достаточно жестко, и поэтому случайно выключиться радиостанция у нас не может. Питание радиостанции от 12-вольтовой съемной батареи. Батарея имеет емкость 450 мАч. В наше время, конечно, это очень маленькая емкость, но тогда для 70-х, 80-х годов выбора большого не было. Устанавливается эта батарея в переднюю часть корпуса, что тоже в наше время непривычно. Нужно ее немножко поднять кверху, эту батарею, и тогда она у нас вынимается. Устанавливать точно так же ее надо, немножко кверху прижав. То есть не как мы сейчас привыкли, с задней стороны у нас отстегивается батарея, а прям спереди, там же, где у нас громкоговоритель, микрофон и все остальное, с этой же стороны у нас устанавливается и батарейка. Что еще более удивительно, есть стрелочный индикатор напряжения питания. Конечно, на нем нет надписи 12, 11, 10 вольт, а на нем есть сектор, в котором должна находиться стрелка, и когда стрелка находится в этом секторе, значит, источник питания у нас в порядке, значит, радиостанцией можно пользоваться. Вот так вот в наше время, конечно, стрелочного индикатора напряжения на носимой радиостанции не встретишь, а в 70-е, 80-е такой индикатор был даже на профессиональной радиостанции. Из органов управления на верхней стенке есть еще тумблер открытия шумоподавителя. И на боковой стенке, как я вам говорил, над кнопкой передачи есть еще три кнопки. Одна из них – это кнопка селективного вызова. Другая кнопка – это принудительного временного открытия шумоподавителя, если эту кнопку удерживать. А если ее кратковременно нажать, то радиостанция переходит у нас в режим ожидания селективного вызова. Для переключения каналов на другой боковой стенке есть вот такой вот переключатель, который очень-очень мало выступает за пределы корпуса.
И случайно его переключить достаточно сложно. Особенно, если радиостанция будет находиться вот в этой вот кобуре, в которой есть специальное отверстие тоже для этого переключателя. И уже за размеры кобуры этот переключатель никак у нас не выступает. У переключателя каналов 10 положений. И в углублении в корпусе радиостанции видно цифру, нанесенную на сам переключатель. Это номер канала от 1 до 10. По схеме этот переключатель подключает один из 10 кварцев в схеме опорного кварцевого генератора. Подключает непосредственно своими контактами. Не через какие-то пин-диоды, не тем более через реле, а прямо самими контактами переключателя вот этого подключаются у нас резонаторы. Конечно, тоже в наше время такого не встретишь. Антенна подключается высокочастотным разъемом с резьбовым соединением. В данном случае это антенна на поддиапазон 165-174 МГц. Тип этого разъема я не знаю, в других радиостанциях он мне не встречался, но разъем очень прочный, резьба достаточно большая, крупная, и на самом основании, на разъеме, не на той части, которая закручивается как гайка, а на основной части разъема, у нас есть выступающие штырьки на антенне, а, соответственно, на радиостанции, на гнезде есть углубление под эти штырьки, чтобы антенна у нас не проворачивалась. То есть разъем такой не очень обычный. Также есть вот такая вот лямка для того, чтобы радиостанцию как-то можно было носить отдельно от чехла, от кобуры. В общем, все удобства. Проверять радиосвязь с помощью этой радиостанции я не буду. Диапазон частот совсем не радиолюбительский. Давайте только послушаем, как звучит селективный вызов этой радиостанции. И как звучит вообще ее сигнал в эфире. Раз, два, три, четыре, пять. В качестве микрофона используется тот же самый громкоговоритель. То есть нет никакого отдельного микрофона, не то что электретного, даже динамического. То есть обычный громкоговоритель с постоянным магнитом работает в этой радиостанции в качестве микрофона. При этом модуляция очень неплохая, не бубнящая. Корпус радиостанции состоит из трех частей. Две крышки. Задняя без каких-то элементов, но с проводящим слоем. И передняя с громкоговорителем и местом для установки батареи. Основная часть монтажа схемы выполнена на одной печатной плате. Эта плата расположена в центральной части корпуса. На отдельной небольшой плате расположен модуль селективного вызова. Этот модуль возможен нескольких разных типов. И сам модуль состоит тоже из двух печатных плат, которые соединяются между собой разъемами. Эта радиостанция выполнена по трансиверной схеме. Общим для приемника и передатчика является задающий кварцевый генератор. Приемник – это супергетеродин с двумя преобразованиями. Первый ПЧ – 21,7 МГц, вторая – 473 кГц. В передатчике формирование частотной модуляции происходит на частоте 10,7 МГц, которая затем удваивается и складывается с частотой задающего генератора. Очень красивое и интересное внутреннее устройство радиостанции. Аккуратный монтаж печатной платы, выполненный с немецкой точностью. Не только дискретные элементы, но и гибридные микросхемы. В общем, очень интересная конструкция. Приятно посмотреть, как она внутри устроена. Напомню на всякий случай, что гибридные микросхемы в то время применялись и у нас в Советском Союзе вовсю, даже в бытовой технике, в телевизорах, не то что в радиостанциях. Антенный разъем оказался полностью совместим с разъемом мини-UHF, поэтому давайте через переходник подключим измеритель мощности и посмотрим, какая выходная мощность передатчика этой радиостанции. Что ж, 3,5 Вт вполне нормальная мощность, чтобы пользоваться этой радиостанцией. Так же, как мы сейчас пользуемся современными 5-ваттными радиостанциями, в общем-то разница 3,5 Вт или 5 очень небольшая. Корпус этой радиостанции, если рассматривать его без защитного чехла, без кобуры, очень прочный, но не какой-то сверхпрочный. И центральная часть его выполнена хоть и из металла, но передняя и задняя стенки пластмассовые. И аккумулятор тоже пластмассовый, и держится он на пластмассовых защелках. Поэтому если уронить эту радиостанцию на бетон, на асфальт с высоты человеческого роста, ну, может быть, она такое падение переживет один в другой раз, но рано или поздно она разлетится, треснет и так далее. И, в общем-то, наша советская радиостанция того же самого времени, того же назначения, Виола-Н, тоже для милиции в Советском Союзе использовалась в 80-е годы. По размерам примерно такая же. Она, наверное, даже, я бы сказал, прочнее чем-то будет. По крайней мере, корпус у нее весь металлический, не считая аккумуляторного отсека.
Очень хорошо сохранился этот экземпляр радиостанции 83-го года изготовления, но практически как новый. Никаких царапин, трещин, потертостей. И кобура, вот этот вот чехол, вот этот тоже как новый, в идеальном, можно сказать, состоянии. Приятно держать в руках. Интересно было посмотреть эту радиостанцию, интересно было узнать, как она устроена, посмотреть ее внутренности, посмотреть схему принципиальную, которая есть, в общем-то, в интернете. Ничего особенного в этой схеме нет. Обычная схемотехника того времени. Очень понравился стрелочный индикатор на передней панели, который показывает напряжение питания. Конечно, в наше время гораздо информативнее и удобнее был бы какой-то цифровой жидкокристаллический индикатор, который либо показывал степень разряженности батареи в процентах или в каких-то условных единицах, или непосредственно в вольтах с десятыми и сотыми долями. В то время такое было невозможно, но почему-то вот такой вот стрелочный индикатор все равно приятно очень видеть и, наверное, хотелось бы видеть в какой-то современной радиостанции, такой просто ради интереса, ради забавы. Мой рассказ про носимую УКВ-радиостанцию производства Германии 70-80-х годов фирмы Bosch на этом закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Если вам нравится то, что я делаю, то, что я рассказываю на своем канале, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока!